Друзья, здравствуйте! Видео конкретно будет посвящено капле дуриган и ее разновидностям. Будут попадаться и другие, буду рассказывать о них. Ну, в общем, из самого интересного, наверное, то, что я ждала много лет, это вот этот грамматофилум. Этот грамматофилум самый маленький из всей секции. Потому что все грамматофилумы, они крупные, а этот компактный. Вот. Высота самого растения где-то 30 сантиметров. Цветочки свисающие, вот такие красивые. Чем старше растение, тем длиннее цветонос. Ну, в общем, вот такой сорт природного грамматофилума. Грамматофилум стапилифолиум. Я бирочку возьму, может, я неправильно читаю. Ну, не возьму, оно переросло. Вот такой вот красавец. Пахнет каким-то травянистым запахом. Ну, вот такое вот счастье. Ну, на лет 5 я за ним гонялась. Так, здесь у нас дуриган кратер. Дуриган кратер такой имеет кирпичный оттенок. Чем он и отличается от всех. Ну, конечно же, дуриганов. Здесь распускается первый бутончик. Распустился. Это дуриган Крузейра де Сол. Переводится как южный круиз. Вот другие бутончики пока только растут. Цветет одна из любимейших тенеброз. Тенеброза вальпатоснайт. Вот такая вот красивая, рюшистая. Цветет с двух цветоносов, на каждом, по-моему, по 4 бутончика. Из секции дуригана есть дуриган Геркулес. Это самый крупный, он даже не сколько сам цветок, сколько растения. Высота растения 50 сантиметров. Цветок, естественно, крупный, пластиковый и имеет такой сизо-розовый цвет. В этот раз у меня прям много. 6 бутонов. Цветов на цветоносе. Пока собиралась делать видео, чуть не отцвел дуриган аквариус. Вот этот розовый дуриган чего-то не хочет. Вот он, красавчик. Имеет такой крупный цветок, практически круглый, красивый. Ну и второй бутончик уже отцвел. Рядышком с ним дуриган Джемани. Джемани расцветает зеленым, потом больше приобретает розоватый цвет. Относится где-то средним дуриганом. Аквариус, кстати, не совсем крупное растение. Афродита тоже относится к некрупным дуриганам. Она цветет у меня с двух цветоносов, на каждом по 3 цветка. Аромат стоит потрясающий. Несколько дуриганов на подходе, но пока что имеем. Здесь собирается цвести, это которое относится к дуриганам, но не дуриган. Тоже двулистная катлея. Война не леопард. Вот такая вот. Тоже давно я ее хотела. В общем, очень похожа на дуриган. И расцвела нежданно, потому что я бутоны увидела случайно. Только открывается, поэтому еще лепесточки у нее не стали на места. Это брассокатлея Киови Менденхол. Вот Менденхол имеет вот такую губу. Ну, будет еще цвести с много разных цветоносов. Ну, вот такой обзор по дуриганам. Еще я вернусь, пурпураты уже доцветают. Здесь еще распустилась пурпурата Корнея. Солнышко светит, она вот такого вот нежно-розового цвета губа. За что ее все и любят. Вот такой вот обзор по цветущим растениям. Кому было интересно, какие-то хотелки ваши. Вот такие вот красавицы. Всем хорошего настроения. Пока-пока.